Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, это «Фокусы от моряка», я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы вместе с оператором покажем вам один прикольный фокус. Оператор, привет! Привет! Итак, уважаемый оператор, давай мы для начала с тобой тасанем вот эти картишки. Ну и, конечно же, чтоб стол у нас был, как говорится, по чесноку, да? Ты тоже возьми, перетасуй их каким угодно способом. Ну только честным давай тасуй, честно тасуй. Это самое. Я знаю твою шулерскую руку. Итак, потасовала, да? О, вот за это вообще уважуха. Подснять всегда надо карты. Как говорится, друзьям доверяй, но колоду подснимать всегда давай. Итак, для того, чтобы показать этот трюк, мне необходим джокер. Но джокера я возьму не классического из колоды, а я возьму обычную белую карту, вот такую, с пустым лицом. Вот смотри, я сейчас буду пролистывать эти карты. Держи джокера. Я буду сейчас... Да, да, вверх этим и держи. Я сейчас буду пролистывать вот так вот. Ты его в любое место воткни. Давай. Хоп, воткнула, да? Вот теперь возьми, перетасуй эти карты. Тоже случайно, как хочешь. Чтобы джокер так хаотично затерялся там с другими картишками. И, собственно, этот парень нам сейчас поможет запомнить тебе какую-то карту. Потому что джокер и выберет эту карту для тебя. Давай найдем, где он там у нас затаился. Ну, в самом низу он затаился. Ну, давай в самом низу не будем делать, как-то больно подозрительно все это выглядит. Потасуй так, чтобы он примерно в середине где-то был. Подозрительно. Да, что-то ты там натасовала, чтобы себе было все хорошо. Так. Итак, давай попробуем еще разочек. Вот. Итак, джокер твой лежит вот под этой картой. Угу. Запомни ее. Угу. Зрителю дадим запомнить. И мы джокера перевернем и картишки также эти перевернем. Подснимем несколько раз колоду. Ты тоже можешь подснять сколько хочешь раз. Хорошо. Да. Кроме как своей руке никому доверять нельзя. Вот это правильно. Разложим эти карты на две стопочки. Смотри, вот так вот мы их разобьем. Ну это же самый простой метод поиска карт, да? Ты думаешь, что я буду находить твою карту только за счет того, что я разобью щелчком пальца колоду на... Нет, сегодня не будет ни щелчка пальцами, ни волшебного карандаша, ни волшебных стопок. То есть ничего этого не будет. То есть мы просто разложим пока что на две стопки. Вот смотри. Давай проверим вот эту стопку. Я буду пролистывать. Ты посмотри, есть ли твоя карта среди... Ну, среди этих карт в этой стопке есть твоя карта? Была твоя карта, да? Значит, карта с твоей стопкой будет твоя. И эта карта будет моя. Эта колода будет моя. Смотри, мы сейчас с тобой будем сдавать по одной карте. То есть по одной карте будем выкладывать. Я буду вслух считать, мы на слух по одной карте выкладываем. Так, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Вот смотри, мы с тобой отложили сейчас по 25 карт. И на этом стоп, на этом мы остановились. Почему по 25? Да потому что я уверен, что мы долистали именно до твоей карты. Какая твоя карта была, можешь сказать вслух? Переверни верхнюю карту. Это 5 пики. А знаешь, почему я догадался? А потому что здесь выпал мой джокер. Как ты догадался, там джокер? Он и подсказал мне, что хорош моряк, пора тормозить. Вот такой вот прикольный трюк, друзья. Ну, а мы с вами прощаемся.